До сентябрьских выборов главы Чувашии и органов местного самоуправления остается все меньше времени. Уже началась предвыборная кампания. Сегодня в Доме правительства состоялось заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности в период подготовки и проведения выборов. 13 сентября жителям Чувашии предстоит осуществить свое избирательное право. На должность главы республики зарегистрировано 5 кандидатов в органы местного самоуправления, более 7 тысяч. 6 политических партий выдвинули своих представителей на различные посты. Предвыборная кампания уже стартовала. В настоящее время все избирательные комиссии готовы к предстоящим выборам. Сформированы надлежащим образом. Проходит сейчас обучение. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности во время проведения выборов. Со 2 по 12 сентября будут проходить досрочные выборы. Правоохранительные органы на этот период организуют дежурство и патрулирование. В день голосования меры усилят. Разработан комплекс мер по пресечению террористических актов. Ведется проверка готовности избирательных участков. Комиссии созданы, они ездят по избирательным участкам. Здесь и силы госпожнадзора задействованы, и органы внутренних дел, и органы местного самоуправления. Поэтому на данный момент пока таких особых нареканий нет. Тесное взаимодействие всех органов власти и ведомств является ключевым при подготовке к выборам. Как отмечают представители ЦИКа, к началу сентября все участки для голосования будут полностью соответствовать требованиям безопасности. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.